Сегодня, я думаю, для нашего коллектива, для всех минчан такое происходит значимое событие. Мы готовимся к открытию городского реабилитационного центра, который был задействован в период эпидподъема. У нас было под ковид 3 отделения, и 9 отделений обычно функционировали. За период с 29 апреля по 15 июля у нас пролечилось 1300 пациентов. Основная возрастная категория от 50 до 59 лет. Сегодня у нас до 12 часов состоялась заключительная выписка пациентов из инфекционных отделений. Сегодня будем проводить заключительную дезинфекцию. Завтра мы будем корпус, если так можно сказать, отмывать. И 17-го у нас уже спланирована госпитализация плановых пациентов для проведения реабилитационного лечения кардиологического, неврологического, травматологического профиля. Прибыли в данное учреждение для проведения дезинфекции. Прибыло нас 15 человек. У нас на вооружении стоят механические насосы, бензиновые насосы и парогенераторы. Будем непосредственно проводить дезинфекцию помещений, в которых находились пациенты, больные COVID-19. Одного часа достаточно для проведения полной дезинфекции данного помещения.